Всем привет, ребята! Хотел с вами поделиться одной очень интересной новостью. Есть у нас вот такие шины в продаже. Это у нас Forward Professional 520 модель. Вот такой у нее протектор. Всесезонный, можно сказать. В размере она 235-75-15. Сделана она, естественно, в России, Made in Russia. Все мы это видим. Что я хотел вам рассказать. Пришел человек, купил комплект этих шин на китайский внедорожник какой-то. Я не вдавался в подробности какой. Суть дела не в этом. Собственно, одели мы ему на его диски эти шины. Диски у него литые, достаточно в неплохом состоянии. И начали балансировать. Суть в том, что даже не стали все четыре колеса балансировать, отбалансировали два, и балансир показывал, что нужно вешать там от 150 грамм на каждую сторону колеса. То есть, соответственно, над колесом мы прокрутили, и он показывает, сюда 150 грамм, а сюда 230 грамм, грубо говоря. Естественно, эти показатели не входят в стандартные рамки балансировки таких шин, но, грубо говоря, до 150 грамм он показывал, там 100-120, это было бы в норме. Но больше 200 грамм на одну сторону — это неприемлемо. Даже есть резина Forward, тот же самый Safari 540, грязевая резина. Ну, у нее рисунок там по типу кардианта оффрода. Там 200 грамм, в принципе, допустимо. И грязевую резину вообще, ребята, особо никто не балансирует. Но это не грязевая, это идет как всесезонная шина. Даже больше, я бы сказал, это летняя шина. И у нее такие показатели. Начал я смотреть колесо и увидел такую вот вещь. Сейчас покажу вам. Внутри колеса, вот видите, это такая она пришла. То есть завода в нее накидали на это место сырой резины просто. Видите? Это вот сырая резина, просто накинули. Ну, естественно, это сделано для того, чтобы колесо лучше балансировалось. Я так понимаю, вот с этой стороны, с нижней, у нее вот был очень маленький вес, и они туда просто кинули, прилепили сырой резины, чтобы она хотя бы как-то отбалансировалась. Но это, ребят, естественно, неприемлемо. Что я сделал? Я написал поставщику, у которого мы заказали эти шины. Он сказал, что да, у Forward даже есть отзывная компания по некоторым, так сказать, произведенным шинам. И он запросил у меня, сейчас покажу, маркировку данного колеса. Вот она как выглядит. Это, получается, серийный номер заводской, из какой партии колесо это идет. Запросил его. Ну и сейчас я, естественно, жду от него обратной связи, что будет с этими колесами. Естественно, мы их продавать не будем. Никто не будет покупать, заморачиваться такие колеса, которые, собственно, не балансируются. И когда я увидел вот эту сырую резину, ребята, внутри, естественно, я чуть-чуть приофигел. Думаю, как Forward делает колеса, просто сырой резины накидал для того, чтобы балансировка была. Вот какая суть. Так что, ребят, я вам хотел показать это для того, что если кто-то смотрит, выбирает там подешевле шины, присматривается к Forward, вот с моделью 520 Professional случился такой казус. Вообще не балансируется. И внутри шины увидел просто накидана сырая резина. Ну, я так понимаю, это для балансировки, сделано на заводе. Так что, ребят, будьте осторожны. Такой случай произошел. Я посчитал нужным вам об этом рассказать, чтобы кто-то не купил себе такие шины и не попал на балансировку. Естественно, колеса будут не балансированы, будет в руль очень сильно бить, ну и тому подобное. Все вытекающие из этой проблемы, ребята. Так что вот такое небольшое видео по поводу классной балансировки Forward Professional 520. Ну, в принципе, все, ребят, что хотел сказать. Если понравилось видео, было для вас полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, пишите свои комментарии. В комментарии можете писать про шины, которые хотели бы обзор увидеть, если они у нас есть, или как-то я их закажу, и мы на них сделаем обзор, я вам их покажу, ребята. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.